просто полицейский, но тоже рискнул. Смотри под ноги, чмошник! Без шуток! У меня для тебя уже приготовлена вонючая камера в подвале с крысами. А? Что? Да-да, будет сделано. Это просто сержант. Выглядит очень довольным. Видимо, только что сел. Ты понимаешь, о чем я. В общем, я оставил пистолет для тебя на регистрацию. Каждый год. Да. Каждый год. Как ярмарка, так и начать сюда твою пьяную. Я не пьяный. Я просто праздную. Да ладно. Я не хочу дождаться. И что на этот раз? Насрал в фонтан? Прервал речь мэра? Принял, забыл, сгласил себя и кусал. Старые добрые вожди. Что? Я не люблю жаловаться, но это происходит каждые полчаса. Я всю ночь не спал. И как раз перед ярмаркой я хочу выиграть золотую рыбку. Грузовики Dexter Industries. У меня связаны руки. Вот зараза. Я хочу написать жалобу. Почему им надо непременно ездить по главной улице? Есть же другие пути. Прости, Дастин, но с этим тебе в мэрию. Это они утверждают грузоперевозки. Но я бы не стал зря сотрясать воздух. Сам знаешь, на Dexter Industries работает половина Хоупа. Им многое сходит с рук. Эй, кто это бросил? Это не смешно. Полицейский участок Хоупа, говорит Хлоя. Бросил.